Новому году столько всего классного. Елочки. Начинаю с маленькой. С маленькой елочки. Кстати, ребят, посмотрите, сколько людей опять на прививку. Толпа там стоит. И слева дальше продолжается толпа. Опять все побежали сейчас. Тут было пусто. Кабинет был постоянно там. Было пусто. Я вот смотрю, 550 елочка маленькая. 990 вот это. Это опять 550. Ой, какие малышки. Ничего себе, 1790. Малышечка это. 2900, 4. Как-то подорожали, еле. 17. 3900, 4900. 5900. 10, 14. Ну куда, ребят? Не, можно купить дешевле. 29. Зависит еще из какого материала. 10. 17, 9. Как мило. Такие милые. Эта березка мне нравится. Сколько она стоит, эта березка? 5. 5,990. Плакучие. В Петербурге много, кстати, посажено таких березок, которые веточки вниз. Мы с вами гуляли, видели, возле памятника Есенину. Такие березки, не только. Видите, какие олени у нас тут. Олени. Джинкл Бенз, Джинкл Бенз. Будем с вами песенки петь. Это морозик. Снеговичок. Медведь. Березка стоит. Вот деревца тоже интересные. Олень такой. Ух ты. С венком. Эти деревца красивые тоже, да? Видите? Березка. Не могу пройти мимо. Мы здесь гуляли. Еще раз. Не могу пройти мимо. Хочу все эти игрушки. Вот эти большие хочу. Гномов хочу. Вот этих. Вот этого хочу. Дед Морозы тоже наши стоят. Смотрите, на тоненьких ножках какой смешной. Ой, какие огромные. Какие огромные вот эти вот. Микушки. Микушки, микушки. Снеговички. Вы такое милое, да, ребят? Как детки тут мимо проходят. Надо сюда не вести их, а то они все будут трогать. Сразу. Такие олени. Прикольные. Девочка такая. Интересная. Олени, олени, олени. Разные олени. В шапочках. Классно. Вот олени мне нравятся. Вот эти. Взяла бы себе такого оленя. А сколько он стоит? Не вижу, сколько стоит олень. Вот этот. Что, классный? Как бы мы его назвали? Я бы назвала его Гоша, Егор. Нет, какое-нибудь такое имя надо ему. Финское. Финское. Прибалтийское. Ой, смотрите, на этих ногах, на всех стоит не на двух, а на четырех. Так, что-то новое появилось? Не пойму. По-моему, вот того оленя не было. И все, игрушки пошли. Шары, шары, шары. На любой вкус. Да, мне вот этот олень нравится. А сколько он стоит? Сейчас пойду посмотрю. Девочка вот эта прикольная. И мальчик рядом прикольный. Ой, вообще это классно. Возле своей елки поставить. У кого большие елки. Вот купить девочку, мальчика. Это мы видели. Вот они стояли. Кстати, уже их разобрали. Помните, целый ряд стоял. А, вот, 1390 они стоят. Вот эти девочки, вот эти мальчики. Девочки прикольные. Мне мальчики тоже нравятся. Они должны быть как-то в паре. Правда, девочка большая. Но больше всего мне нравится вот этот олень. А сколько он стоит? Хочу такого оленя. Дайте мне такого оленя. Где цена на него? Почему нет на оленя цены?
Сыны не вижу. Классный. Такой мягенький. Пойдем посмотрим. Ценник. Ценник найдем. А, какие шишки огромные. Смотрите. Опа. Нет, Новый год — это все-таки самый прекрасный праздник. Самый сказочный, самый сказочный, самый чудесный. Класс. Вот какие шары. Можно покупать все подряд. Ой, сколько гирлянд повесили уже. На любой выбор. На любой выбор тут. Смотрите, класс. Twinkle bands. Twinkle bands. А мы с вами купили гирлянды. Потом повешу, покажу вам. Класс, какой класс. Ребят, я потрогаю этого оленя, я уже его не хочу. Знаете почему? Он не мягкий. Там внутри каркас у него. Каркас немножечко микушечки обшит. А хочется такого, чтобы его взять на ручки, чтобы он был мягенький. Нет, такого не хочу. Он не мягкий, он просто каркас внутри. Вот эти фигурки, я так понимаю, все. Ну, понятно, чтобы они стояли крепко. Нет, я хочу такого мягенького. Ну, в принципе, тогда бы он должен сидеть, а не стоять. Да. Получается, что нет. Он может только стоять под елочкой. Ну или где-нибудь стоять просто. Хотя прикольный такой. Они же есть, посмотрите, вообще большие, огромные. Стоит такой. Та-дам! Огромный олень. Вот. Нет. Ну я хотела мягенького. А так как они все не мягенькие, тогда уже не хочу. Уже просто красить. Просто красиво посмотреть. Микушечка была бы. Все эти микушечки. Мороз славный. Под большую ель поставить. Он стоит 4900. А вот этот на ножках тоненьких 1490. Рядом 1290 серенькая. Чудо. Все, ребятушки. Так, надо выходить отсюда, иначе невозможно уйти. Веточки милые. Вот такую веточку купить можно поставить, да? Вазочку уже красиво. Ну, все, веточку поставила, уже Новый год. Кстати, тоже вариант. Тоже вариант. Такую веточку поставила. Сколько эта веточка стоит? Сейчас посмотрим. А есть ценник-то где? Вот неудобно, когда ценник где-то не наверху. Вот сколько эта веточка стоит? Не видно. Ну ладно. Ладно. Елку налетели. Верхушечки интересные. Вот эта веточка 390 рублей. А та сколько? 320? Вот такие цены. 320 вот эта веточка стоит. Ой, какие игрушечки. Малюсенький на маленькую елочку. Набор игрушек. Тоже классно. 290 рублей. Камеры прикольные. Стоит сколько? Вот, 1650. Фильм снимать. Искусственные растения, ребят. Смотри, 295. Эти цветики тоже искусственные. Вот эти милые очень. Правда? 250 рублей. В леечке цветочек. Вот это мне нравится с бантиком. 250, да. Такая леечка. Милая, да?
А вот рядом велик. Часы велик. Ну, если квартира в таком стиле, велик 1490, вот есть поменьше, 690. Эта квартира должна быть в определенном стиле, чтобы туда подошел вот эти часы. Ну, вот это милая. Мне вот этот нравится. Цвет. Хотя и беленький симпатичный. Вот сейчас посмотрела, он не чисто белый, вот с такими вставочками. Тоже симпатичный. Мне вот этот цвет нравится. Костюм Снегурочки и костюм Деда Мороза. Написано, мне ценник. Вот Дед Мороз. Вот, ребят, видите, здесь очередь, и вот там очередь продолжается за кассами. На прививку. Возле торговых центров стали устанавливать елочки. Класс. Джингл бэнс, джингл бэнс. Будем песни с вами петь скоро. С Новым годом!